Батарея снова разрядилась. Сколько раз вы задаете себе такой вопрос? Наверняка довольно часто. Аккумулятор действительно редко кого радует своей бесперебойной работой. А между тем есть несколько секретов по энергосбережению. Львиная доля заряда уходит на подсветку экрана, поэтому стоит установить минимальную яркость, но в то же время комфортную для работы. Самое потребляемое – это подсветка. На втором месте можно назвать, наверное, собственно, работа с радиоэфиром, а именно сами функции телефона. Вот. Далее идут всяческие Wi-Fi, Bluetooth и сродни с ними. Действительно, всевозможные Wi-Fi, Bluetooth, GPS нещадно поедают заряд аккумулятора. Для экономии крайне важно за ненадобностью их отключать. Это можно делать в ручных настройках или в автоматическом режиме, установив специальные программы, позволяющие в определенный момент отключать или включать необходимые функции. Такие программки позволяют сэкономить электроэнергию в случае критичном. То есть у вас уже вроде садится батарейка, эта программка отслеживает и отключает все лишнее, чтобы батарейка протянула хоть чуть-чуть дольше. Стоит помнить, что энергия тратится в ускоренном режиме и в том случае, если вы часто через гаджет обращаетесь к всевозможным информационным ресурсам, социальным сетям в том числе. Чем больше употребляет программа ресурсов информационных, то есть в байтах выкачивает постоянно, как часто обращается к вашему провайдеру, тем больше она тратит электроэнергии. Включенный автоповорот экрана также ест энергию, как и живые обои или работающие виджеты. Но если заряда совсем мало, а вам крайне нужен телефон и не сейчас, а чуть позже, установите функцию «Самолетный режим». Она приводит в бездействие все беспроводные соединения, чем значительно экономит заряд аккумулятора.